بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنار العقول بنور العلم فأزال عنها غشاها، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها، ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها. Все наши благодарности, вся наша похвала принадлежит Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Делаем салават за нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Во-первых, альхамдулля, сегодня был так приятно удивлен, сколько альхамдулля было народа на джума намазе, после того как Аллах Субхану ва Тааля забрал папу к себе, Шаукат Хазрата. Я как бы не был здесь на джума намазе, машаллах, и видел во время, когда папа, его дуа всегда был атида, чтобы, альхамдулля, эта мечеть была полная, чтобы народ заполнялся, альхамдулля, это по милости Аллаху Субхану ва Тааля, и также за труды нашего любимого хазрата, расуль хазрата, иншаллах, пускай Аллах Субхану ва Тааля будет доволен. И также хотел поблагодарить за хутбу сегодняшнюю, очень такая проницательная, полезная, много что для себя взял из этого, альхамдулля. Я думаю, все мы зарядились сегодня, альхамдулля, и взяли для себя много что с этой хутбы. Пускай Аллах Субхану ва Тааля запишет, иншаллах, как из благих деяний. И чтобы мы могли, иншаллах, следовать тому, что мы услышали. Верующий человек, Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, «Аллядина ястабиуна аль-каула фаяттабиуна ахсана». Верующий, он слушает слова, слушает аяты, слушает хадифы, и самый лучший из этого, он следует этому, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому перед тем, как какие-то действия должны быть знания. Без знания мы не сможем идти по этому пути. Аль-ильм кабл аль-каули валь-амаль. Перед тем, как что-то говорить, что-то делать, у нас должны быть знания. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Фа'лам аннаху ла илаха илляллах вастагфир ли дзанбик». Знай то, что нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси у Аллаха прощения. То есть перед тем Аллах Субхану ва Тааля, во-первых, сказал: «Фа'лам», знай. Поэтому, альхамдулиллах, мы получили некую такую пользу, и сегодняшнего 13-й Хенди предложил сделать такое напоминание, можно назвать это как напоминание, как лекция, как урок небольшой, для того, чтобы, альхамдулля, взять нам какую-то пользу и дальше идти по этому пути, по пути Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Сейчас, когда был в Мекке, встречался с нашим братом, расуль хазрат тоже его знает, шейх Юсуф аль-Бахут. Он советник главного имама двух мечетей Аль-Харама, шейха Абдурахмана Судейси. Также он является, этот шейх Юсуф является муфтием мечети Аль-Харам, профессором университета Ум-Куран, завкафедр Кур'ана и Сунны. Как раз он, мы когда приехали в Мекку в этот день из Медины, он пришел, говорит, я заеду к вам в гостиницу, поздороваемся, обнимемся. Там и с другим шейхом, шейх Халид Бассалям, мы встретились, который из Индонезии. И он говорит, я, говорит, завтра улетаю на конференцию в Судан. Я как представляю Саудовскую Аравию. Я говорю, что за тема, шейх? И мы, говорит, так с учеными сидели и задумывались. То есть на сегодняшний день, и Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, «Захар аль-фасаду филь-барри валь-бахр». То есть фасад, нечесть распространилась на земле, на суше, также на воде. То есть имеется в виду, что войны идут некие, не знаю за что, кровопролитие, за что люди друг друга убивают. То есть фасад, нечесть, грязь, грехи распространились, и оно распространяется. И, к сожалению, мусульмане, они тоже не безгрешны. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Кулли ибн Адам хатта, ва хайрул хаттаина тавабун». Каждый из детей Адама, из людей ошибается, но из них самый лучший – это тот, кто просит у Аллаха покаяния, просит у Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, прощения. И каждый день человек совершает грехи. Этого не избежать, мухаль. Однако, альхамдулиллах, мы с вами больших грехов не совершаем, альхамдулиллах. И не получаем наслаждения в сердце, в душе от греховного, альхамдулля, как в детстве, так и на сегодняшний день. Помилуй Аллах, защитил нас всех от этого, иншаллах. Однако, бывает, что человек совершает тот или иной грех. И что ему может остановить его? Совершить грех. Поэтому мы, когда сидели, думали, самое что из великих деяний, которого человек останавливает грешить, это «Та'зимуллах». Возвеличение Всевышнего Аллаха. Если человек возвеличивает Творца, Создателя своим сердцем, тем самым деяние подчиняется его сердцу. Его тело подчиняется его сердцу. Поэтому вот эту мы выбрали такую тему.
تعظيم الله возвеличение Аллаха سبحانه وتعالى. И опираясь на это, хотелось бы тоже сегодняшнее такое сделать напоминание о величии Всевышнего Творца, о величии Аллаха سبحانه وتعالى. Поэтому, как мне сегодня вот понравилось, как Расуль Хазрат сказал, говорит, если нас спросишь, мы верим в Аллаха, мы говорим, да, верим в Аллаха, но однако часто на языках только, не на делах, на делах мало. В сердцах, внутри, убежденно ли мы верим или нет. Поэтому, альхамдулиллах, чтобы увеличить, мы должны опять же вернуться в Священное Писание, в Коран и в Сунну Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И такое у нас сейчас с вами такая как бы заседание, небольшая лекция, это «Таамулятул Куранийя», размышления над аятами Корана. Во-первых, Коран, Аллах субхану ва тааля сказал в сурате Исра: «Инна хадал Курана яхди лиллати хия аквам». ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Поистине этот Коран, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, поистине этот Коран يهدي للتي هي أقوى, ведет человека самым лучшим путем. ويبشر المؤمنين, и радует верующих. الذين يعملون الصالحات, каких верующих, всех верующих, которые творят благие дела, أن لهم أجرا كبيرا, то что их ждет великая награда. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة, а неверующие люди, неверующие в судный день, неверующие в Аллаха, اعتدنا لهم عذابا أليما, уготовил я им сильное наказание, говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Поэтому когда мы говорим Коран, определение Корана, كلام الله منزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم, كلام الله, речь Аллаха سبحانه وتعالى, ниспослан на сердце нашего любимого пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم. Об этом гласит Коран, Всевышний сказал سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Поистине Коран это ниспослание от Господа миров, от Господа миров. Аллах Субхану ва Тааля послал с этим Корану, эту миссию доверил ангелу Джабраилу, алейхиссалям, дабы он не спослал на твое сердце, сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Именно Аллах сказал, он не сказал «аля аклик», ау «алейк», Аллах не сказал «на твой разум», не сказал Всевышний Аллах «тебе», а сказал «на твое сердце, я Мухаммад». «Литакуна миналь музирин», дабы ты был из числа увещевателя, «билисанин арабийин мубин», на четком ясном арабском языке. Поэтому здесь Субхану ва Тааля упомянул то, что فضل المنزل, то есть достоинство того, кто не спаслал, сам Аллах Субхану ва Тааля, великий творец, создатель Субхану ва Тааля. Второе, здесь упомянуто то, что Коран Аллах Субхану ва Тааля выбрал для этого, как Аллах в Коране сказал: «Валлаху яхлюку ма яшау ва яхтар», Аллах создает, творит все, что пожелает, и выбирает, избирает. То есть Аллах Субхану ва Тааля одну местность сделал лучше, чем другую. Например, Мекка, Медина лучше, чем все остальные города вместе взятые. Одного пророка лучше сделал, чем другого. Одного ангела лучше, чем другого. Один месяц лучше, чем другой. Один день, как пятница, лучше, чем остальные дни. То же самое, самого лучшего из ангелов выбрал Джабраиль, алейхиссалям, с этой миссии. «Аля кальбик», на самый лучший сердец, на сердце пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, и на самом лучшем языке, на четком, ясном арабском языке. Все, что вокруг Корана, мубарак, в этом есть баракат. Аллах субхану ва тааля, «инна анзаллаху фи лейлатиль мубарака». Аллах сказал субхану ва тааля, «поистине я ниспослал Коран в благодатную ночь». «Инна анзаллаху фи лейлатиль кадр». Я ниспослал в ночь предопределения, в ночь могущества, самые лучшие значения, которые есть. Самый лучший ангел он спасал, субхану ва тааля. Самый лучший месяц, шахру Рамадана, лязи унзила фихи аль-Куран. Месяц Рамадан, тот месяц, в который Аллах не спасал Коран. Все, что вокруг Корана, это самое лучшее. Те же люди самые, если посмотреть, Аллах субхану берег эту религию через носители Корана. Аллах в Коране говорит: «Бальху аятум байинат фи судури лязина утуль-ин». Коран это разъясняющее знамение в сердцах обладателей знания. В Грузии обладатель знаний, поэтому хамалат аль-Куран, хафадат аль-Куран, те, кто с Кораном живут, те, кто его изучает, те, кто по нему старается жить, это самые лучшие приближенные рабы Аллаха Субхану ва Тааля. Как имам Шатаби в своей манзуме сказал: «Улаика ахлю Аллахи ва сафуатул маля». Ахлю аль-Куран, те, кто с Кораном живут, изучают его, не просто его наизусть учат, потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Хайрукум ман тааллама аль-Куран ва аллама». Наилучший из вас тот, кто изучал Коран и обучал других. Саллаллаху алейхи ва саллям не сказал: «Хайрукум ман хафиза аль-Куран ва хаффаза». Не сказал посланник Аллаха: «Из вас лучший тот, кто вызубрил Коран и других заставлял зубрить». Нет, изучал и обучал. Туда входит «Ильму таджвид», «Ильму тафсир», «Ахкам ласих валь мансух». То есть все, что связано с Кораном, туда все входит в знание Корана.
лугат аль-араби, арабский язык, все, что помогает нам понять Коран, речь Аллаха Субхану ва Та'аля, размышлять над ним, афаля ятадаббаруна аль-Куран, ама аля кулубина акфалуха, неужто вы не размышляете над Кораном или на ваших сердцах, опять же сказал Всевышний Аллах, замки, не на вашем разуме, на ваших сердцах замки, то есть размышлять его сердцем, поэтому все, что связано с Кораном, это, как сказал имам Шатиби, ахлюллахи ва сафвату аль-маля, ахлю аль-Куран, те, кто живут с Кораном, это приближенные люди Аллаха Субхану ва Та'аля и элита судного дня. Сафуат аль-маля, то есть элита судного дня. Поэтому у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сколько было сахабов? Больше 100 тысяч сахабов было. Однако Аллах Субхану ва Та'аля упомянул среди ангелов одного сахаба, его звали Убей. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к Убей и сказал: «Я Убей, инна Аллаха азза ва джалла амарани ан акра алейка сурат аль-байина». «Ва Убей, поясни, Аллах Субхану ва Та'аля мне приказал тебе прочитать сурат аль-байина». Не сказал Абу Бакр, не сказал Умар, не Усман, не Али, не Тальха, не Зубейр. То есть все сахабы, которые на языке у нас, мы известные сподвижники. Однако кто не Хамза, а кто Убей? Многие из нас даже его сиру не знают, его жизнь. Тогда Убей сказал мне, Убей бин Каъб: «Я Расул Аллах. أذكرني الله عندك وعند الملائكة أو الله أو بسانك الله سماني الله لك الله тебя назвал для тебя меня назвал для тебя то есть упомянул мое имя среди ангелов Убей было услышано мое имя ангелами и Аллахом было сказано само и мое имя Убей поименно Аллах меня назвал قال نعم он сказал да فانفجر بكاء и он сильно разрыдался от этого то есть опять же тот кто с Кораном поэтому помимо того, что самого человека, как описали его, то, что он ахлюллах ва сафатуль маля, это элита судного дня, приближенные люди к Аллаху Субхану ва Та'аля, и от него идет барака другим, в первую очередь его родителям. Как сказал опять же имам Шатиби, فَمَا ظَنُّكُمْ بِالنَّجْلِ عِنْدَ جَزَائِهِ أُولَيْكَ أَهْلُ اللَّهِ وَصَفْوَةُ الْمَلَى. Потом описал, какие у них сифаты должны быть, какой должен быть хамиль Кур'ан, тот, кто несет себе Кур'ан. أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا أولو البر والإحسان والصبر والتقى то есть они должны быть благодатными, добрыми, от них должно исходить только добро, тепло, не должно быть зло какое-то, наоборот, подтверждаться это улыбкой на лице, сабр, терпение, утерпеливые люди, تقى и богобоязненными. Это одежда хуля, то есть та одежда, которая надевает Коран на того, кто несет его. А что касательно родителей, «Малябисухум мин аль-анвари ват-тажи валь-хуля». Как сказал имам Шатиби, субханаллах, это подтверждается в хадисе пророка Мухаммада, их одежда родителей, того, кто нес в себе Коран, изучал его, обучал другим, жил по Корану, по мере возможности много выучил из Корана, и его родителям оденут в судный день короны из золота, на них оденут жемчуг, будут они сиять. То есть и будут говорить эти родители того, кто жил по Корану. Поэтому да, Аллах Субхану всем нам, иншаллах, обрести такую, альхамдулля, возможность. Поэтому Коран объясняет нам, если Аллах Субхану кому-то пожелает благодать, то Он его сделает благодатным, этого самого человека, мубаракан. Аллах Субхану сказал в Коране: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Касательно Иса алейхи салям, когда Иса алейхи салям, и он в тот момент разговаривал Фильмахт, когда был в колыбели, заговорил я Иса алейхиссалям: «Инни Абдуллах, я раб Аллаха, атани аль-китаб, дало мне книгу, инджил, ваджа'алани набия, сделал меня из числа пророков, сделал меня пророком, ваджа'алани мубаракан айнама кунт, и он меня сделал баракатным, благодатным, где бы я ни был». То есть здесь мауду ашахид, то что на что мы хотим указать в этом аяте, мубарак, баракатным. Поэтому мы понимаем, если Аллах пожелает своему рабу блага, то он его сделает благодатным для других людей. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Хайру нас анфау линнас». Самые лучшие из людей – это те, кто более полезны людям. Однако, чтобы быть
перед тем, чтобы наш баракат, наша благодать переходила другим, нам нужно самим стать благодатным человеком. А как мы не сможем стать баракатными, благодатными до тех пор, пока мы не будем желать того, что уготовлено для нас у Аллаха Субхану ва Тааля. И мы не сможем желать того, что уготовлено для верующего Аллаха до тех пор, пока мы не станем азим маарифатан биллах, пока мы не станем глубоко, не познаем, кто такой Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Аарабы, бедуины, сказали: мы уверовали. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: скажи им, вы не уверовали, скажи, что вы подчинились. А вот когда вера проникнет к вам, опять же, в сердца, фи кулюбикум. То что я хотел из этого, уважаемые братья, сказать, сестры, там, чтобы у нас вера была не только на языке, она была у нас в сердцах, в душе. И когда человек поможет, сможет вот это вот почувствовать в душе, он станет желать того, что уготовлено для него от Всевышнего. И когда он захочет, то будет стремиться к тому, что у Всевышнего, отсюда янджумуль амаль, отсюда будут у него зарождаться деяния. И вот эти деяния, они станут баракатными по отношению других людей. Начиная с близкого, и дальше, как Аллах сказал, бикарина, как Аллах сказал в Коране, ва ати дзил курба хаккаху валь мискина ва бинас сабиль, отдавай должное, что положено, хак, близким, родственникам, бедным и путникам, то есть начал он с родственников, с близких, и от нас будет исходить баракат. Поэтому это самое великое, альхамдулиллах, благо, если человек, поэтому даже научится делать постоянно дуа. Когда шейх Абдулла Фейсаль недавно к нам в Москву приезжал, один из имам мечети короля Фахда в Джидде, он говорит: я всегда прошу дуа, и он везде, по всему миру летает с лекциями, тоже говорит: всегда просите дуа: Аллахумма джаальни мубаракан айна ма кунт. О Аллах, сделай меня благодатным, где бы я ни был, где бы я ни находился, чтобы от меня была польза для других. И самая великая польза, которая может из человека исходить для других, это когда он будет способствовать тому, что его брат возвеличивает Аллаха Субханаху ва Тааля. Это самый великий баракат. Это самый великий баракат. Однако, чтобы нам понять, какие вещи нам помогут, чтобы стать мубараком, чтобы стать благодатным, во-первых, познакомиться с некими сифатами, с некоторыми атрибутами Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля ганий. Ганиюна алил аламин. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля богат от всех миров, ни в чем не нуждается. Ганиюна алил арш ва ман яхмилуна. Ганиюна алил малаикати ва ман юсаббихуна. Ганиюна алил инси ва ман яабудуна. Ганиюна алил джинни ва ман ярджуна. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не нуждается в своем троне и в тех, кто несут его трон. Аллах в Коране сказал: ва яхмилу арша раббика фаукахум яума идзин саманья. В судный день трон Аллаха понесут 8 ангелов. 8. Но не сказано «Саманият аль-маляик», не сказано 8 ангелов, сказано 8. Поэтому фассирун, разногласие среди ахли тафсир, некоторые говорят 8 ангелов, некоторые говорят, что 8 рядов ангелов. «Саманият суфуф мин аль-маляик», 8 рядов ангелов понесут трон Аллаха Субхану ва Тааля. В хадисе сказано: от одного мочка уха до другого мочка уха одного ангела расстояние 500 тысяч лет ходьбы. Масирату хамсмит аль-сана. 500 тысяч лет ходьбы. Хамсмит аль-сана масира. То есть ходьбы не просто километров, а ходьбы. То есть какой великий один ангел. Таких будет или 8, или 8 рядов этих ангелов. Отсюда за это вопрос. Человек говорит: тогда какой же великий трон? Еще более величие. И отсюда зарождается вопрос: а какой тогда великий создатель этого трона? Субханаху ва Тааля. Аллах в этом троне не нуждается. И не нуждается в этих ангелах, Аллах. Аллах не нуждается в ангелах, которые восхваляют его. Не нуждается в людях, которые поклоняются ему. Как сегодня хазрат тоже сказал, то есть привел хадис пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис аль-Кудси, то что если все люди, джинны, все они будут поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. То есть если все люди вместе взяты, начиная с Адама алейхиссалям, с первого человека до последнего, люди, джинны, все будут самым богобоязненными, тем самым не увеличат власть Аллаха. Также наоборот, если будут все грешными, то ничем не уменьшат власть Всевышнего Аллаха. Аллах ни в чем не нуждается, Субхану ва Тааля. Это мы нуждаемся в Аллахе, Субхану ва Тааля. Отсюда мы понимаем, какой Аллах азим, великий.
О каждом можно сказать из нас, и вообще из каждого махлюка, из каждого творения, начало и конец. Сабакаху адам, ва яльхакуху завал. То есть начало его небытие, и конец его есть, тоже он закончится. Куллю ман алейха фан, ва ябка ваджху раббика зуль джалали валь икрам. Все, что есть, все, что есть в небесах, на земле, все это уничтожится, останется только лика Творца, субхана ва та'аля. Кроме Аллаха. Ла ясбикуху адам, ва ла яльхакуху завал. Кроме Аллаха, субхана ва та'аля. У него не было небытия, и ему нету конец. Касательно знаний, каждого из нас, самого ученого человека, можно сказать, касательно по отношению его знаний, какой бы великий профессор ни был, сабакуху аль-джахль, ва яльхакуху нисьян. Начало его знания это было джахль, невежда, беззнание, и в конце уже станет забывчивость. Когда человек стареет, он забывает. Кроме Аллаха, субхану ва та'аля. У него не было джахль, не было ни знания. Он всегда знающий, субхану ва та'аля, был, будет, то есть как он всегда был, субхану ва та'аля. И никогда Всевышний Аллах, субхану ва та'аля, не забывает. Аллах, субхану сурат Таха, сказал, «Каля, фама балю л-куруни л-уля, каля ильмуха инда Рабби фи китаб, ла ядиллю Рабби, ва ла янса». Когда Мусу, алейхиссалям, спросили, что же касательно тех людей, которые ушли из этой жизни, что с ними происходит, Муса, алейхиссалям, ответил, знание о них в книге в небесной скрижали у Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля. Аллах Субхану ва Та'аля никогда не ошибается и никогда не забывает. А каждому из людей можно сказать, что он забывает, то что он раньше у него не был знаний. Теперь, если мы поговорим о милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля, касательно милости. Аллах Субхану ва Та'аля говорит, одна из сур в Коране Ар-Рахман, милостивый. В сурат Аль-Фуркан Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля описал нам одна из картинок, что произойдет в судный день. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. Когда скрутятся небеса. На сегодняшний день ученые даже первое небо не изучили. Их семь небес. Первое небо до конца не изучили. Между небесами, как говорится в хадисах, есть ангелы, малаика. Также говорится, Аллах Субхану сотворил небеса, табакан ан табак, то есть сделал слой небес, и там есть ангелы, Субхану ва Та'аля, сотворил ангелов, которые живут в небесах. Каждый день Бейт аль-Ма'мур в небесной Каабе читает 70 тысяч ангелов намаз, на следующий день новые 70 тысяч приходят, следующий день новые 70 тысяч, и так каждый день меняется. То есть неуверенное количество ангелов. Аллах в Коране говорит, «Ля халку самавати валь арды акбару мин халки нас». Поистине создание небес и земли – это более величие, чем создание человека. То есть творение небес и земли более величие, чем творение человека, субхану ва та'аля. Большое количество ангелов, Аллах субхану ва та'аля говорит, свернутся эти все небеса, закроются облаком и в принудительном порядке спустятся ангелы на землю. Судный день. Дальше Всевышний говорит, «Аль мульку яума идини л-хакк». للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. В этот день власть будет принадлежать, истина власть будет принадлежать кому? للرحمن, милостивому. У Аллаха субхана ва тааля есть другие имена: Джаббар, Мунтаким, наказывающий, великий. Однако Аллах здесь использует субхана ва тааля один из своих сифатов, такой страшный день, судный день. Аллах субхана ва тааля сказал: судить будет милостивый. В этот день, уважаемые братья, нету понимания президент, король, муфтий, имам, шейх, директор и так далее. Есть творец и есть рабы. Аллах в Коране сказал, субхану ва та'аля, «Ин куллю ман фи ссамавати валь арды, илля ати ар-рахмани абда». Все, что в небесах и на земле, все являются рабами Всевышнего Аллаха, субхану ва та'аля. Когда Аллах, субхану ва та'аля, сказал, описал судный день, страшный такой судный день, какой-то будет страх, аль-фазя, такой страх некий будет, ангелы все спучатся, небеса свернутся, закроются одним облаком. И здесь, субхану ва та'аля, радует верующий, говорит, аль-мульк, но судить будет кто? Не наказывающий, а кто? Милостивый. И здесь человек надеется на милость Аллаха, субхану ва та'аля. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. Однако, что касательно неверующих, для них будет тяжкий день, сложный день для неверующих. Поэтому, когда мы знакомимся с сифатом Аллаха, с атрибутом Аллаха как милостивый, то здесь мы понимаем то, что
нету милости, подобной милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Сказано одному из саляфа салих: «Аттатбау джаназатан мудминин хамр». Как ты можешь следовать, читать джаназа намаз за того, кто упил, умер от алкоголя? Алкоголик и умер. На что он сказал: «Валлахи инни ля астахи мин Аллах, ан азунна анна рахматаху дакат ани дзамб». Говорит: «Клянусь Аллахом, я стесняюсь Аллаха думать о нем, то, что его милость, она меньше, чем его грех». То есть она не сможет охватить этот грех. Аллах в Коране говорит: «Рахмати васиат кулля шей». Моя милость охватывает все. قال عذابي أصيب به من أشاء. Что касается моего наказания, Всевышний говорит: я кого пожелаю, того накажу. ورحمتي وسعت كل شيء. А моя милость, она покрывает все, превыше всего. Поэтому здесь Субхана ва Тааля, как он милостив, таких милостей нету. После битвы при Хайбар одна женщина ищет своего ребенка. Берет одного ребенка. Знаете, после битвы один потерял отца, один потерял брата, мужа, жену, детей. Одна женщина ищет ребенка своего, не может найти, и взяла его. Мой, не мой, прикладывает к груди, оставляя. Второго берет, прикладывает к груди, нет. И потом нашла своего ребенка и накормила его. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Атазуннуна анна хазихи аль-мар'а мулкият валадаха фин-нар». Как вы думаете, эта женщина может ли своего ребенка выкинуть в ад, в огонь? Сахабы сказали: «Ла, ла, я Расул Аллах». Нет, посланник Аллаха. Если она чужих детей брала, прикладывала к груди, как же своего ребенка она может выкинуть в огонь? Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Валлах, лаллах, أرحم بعبده من هذه بولدها». Аллах Субхана ва Тааля еще более милостив к своему рабу, чем эта женщина по отношению к своему ребенку. Муса алейхиссалям, в его время 40 лет не было дождя. Муса алейхиссалям общался напрямую с Аллахом Субхана ва Тааля. وكلم الله موسى تكليما. Аллах Субхана ва Тааля сказал: Муса алейхиссалям напрямую общался со Всевышним Аллахом Субхана ва Тааля. И тогда Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: среди вас один есть один грешник. Из-за него я вам не даю дождь. Тогда Муса алейхиссалям собрал свой народ и сказал: о тот, который грешит, из-за тебя Аллах Субхану Тааля 40 лет нам не дает дождь. Выйди, покажись нам. И этот человек сказал: я Рабби, инна асайтука 40 сана, фаль-ана атубу я Рабби, фастур алейя, ва ля тадхахни. О Аллах Субхану ва Тааля, я тебе 40 лет грешил, но сейчас я прошу прощения. О Аллах Субхану ва Тааля, не ставь меня в неловкое положение среди народа. Скрой меня. И тут пошел дождь. Тут пошел дождь. Тогда Муса алейхиссалям: как так? И на что сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля: бихи манаатукум аниль матар ва бихи амтартукум. Из-за него я вам не давал дождь, и из-за него же я вам дал дождь. Тогда Муса алейхиссалям сказал: кала Рабби, о мой Господь, покажи нам его, кто это такой? На что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: я Муса, инни саттартуху 40 сана, ва хуа яасини, фа афдаху л'ан, ва хуа каттаб. Говорит: о Муса, этот мой раб, 40 лет я его прикрывал, когда он меня грешил, неужто сейчас я его покажу, когда он попросил прощения? Какой милостивый Аллах Субхану ва Тааля. Великий, милостивый Субхану ва Тааля. После этого мы поняли о знании Аллаха, о его существовании, Субхану ва Тааля. Какая его милость? Также мы должны знать то, что у Аллаха есть сильное наказание. Аллах в Коране говорит: «Алам тара кайфа фааля раббука биат и рамазат и ль-имад, аллати лам юхлак мислуха фил билад, ва самуд аллазина джабу сахра бил вад, ва фирауна зил аутад, аллазина тагау фил билад, фа акфару фиха ль-фасад, фа сабба алейхим раббука саута азаб, инна раббака лабил мирсад». То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: неужто ты не видишь, как Аллах поступил с адитами, которые строили колонны, такие великие строения, с самудитами, которые строили сквозь скалы, строили дома, до сих пор их дома существуют в Мадайну Салих, в Саудии. Как поступил с фараоном, и который возгордился. То есть как их наказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, нам дает понять, что Аллах, как Субхану ва Тааля милостивый, так же Он наказывает. Суров наказание. Но однако Аллах дает отсрочку человеку, чтобы попросить прощения. Не сразу наказывает. Аллах в Коране говорит: если сразу наказывал, то бы ни одного бы живого существа бы не оставил на этой же земле. Всех бы сразу бы наказал, все, потому что грешны. Однако Аллах Субхану ва Тааля дает отсрочку. И за какие грехи Всевышний Аллах Субхану ва Тааля наказывает? Аллах Субхану ва Тааля грешников хочет простить. Аллах в Коране говорит: «Валлаху юриду ан ятуба алейкум». Аллах хочет простить вас. Каждый день Аллах Субхану ва Тааля протягивает свою руку, чтобы попросили у него прощающие, простить тому, кто просит прощения, покаяния.
Адам, алейхиссалям, ослушался Аллаха, съел запретный плод, попросил Аллаха прощения, Аллах простил его. В этот же момент Иблис ослушался Аллаха, его Аллах не простил. Почему? Потому что у Адама, алейхиссалям, был грех шахватан, страсти. То есть приукрашенный грех какой-то сотворил. Я Аллах, куда калинсану даифа, человек сотворен слабым, прости меня, Аллах. Попросил прощения, Аллах простил. Субхану ва тааля. Ла тадурруху маасиятул аси. Аллаху не навредит грехи грешников, и Аллаху Субхану ва Тааля не поможет поклонение поклоняющих. Однако Аллах Субхану ва Тааля Иблиса не простил, потому что у него был грех истикбаран через высокомерие. Ана хайру мин, я лучше, чем он. Халактани мин нар, ва халактаху мин тин, меня сотворил из огня, его сотворил из глины. То есть Аллах, если любит прощать, но Аллах не любит высокомерных. Валлаху ла юхиббуль мустакбирин. Всевышний говорит, Аллах не любит высокомерных. Поэтому это мы должны понимать. Фираун, он сказал, «Ма алимту лакум мин илахин гайри». Я не знаю для вас какого-то иного Господа, Илаха, да тому, кому нужно поклоняться, помимо самого себя. «Алейса ли мульку мисра ва хадихи л-анхару тажри мин тахти». Не мне ли принадлежит власть Египта, и эти реки текут под моими ногами, подо мной? То есть высокомерился. «Амхаляху Аллаху арбаина сана». Аллах дал ему отсрочку 40 лет. Имам ибн Касир, рахмаллах, пишет в тафсире, когда Муса, алейхиссалям, сказал: «Рабби, иннака атейта фирауна ва малаху зинатан ва амвалан фил хаяти ад-дунья, раббана лиудиллу ан сабилик, раббана тмис аля амвалихим вашдут аля кулубихим, фала юмину хатта яравна азаб аль-алим, кала кад уджиба дда'ватукума, фастакима, вала таттабиани сабила ладзина ла я'ламун». Муса, алейхиссалям, попросил дуа, в Коране сказано: «О Аллах, субхану ва та'аля». То есть фараон сказал: «Я не знаю для вас иного Господа помимо себя». Возгордился: «Эти реки подо мной». «О Аллах, ты дал фараону богатство, красоту этой жизни. О Аллах, через это же он отдаляет людей от тебя. Народ от тебя отдаляет. О Аллах, субхану тааля, забери у них богатство. Запечатай им сердца, накажи им, пошли им наказание. Поистине они не уверуют, пока не увидят сильнейшее наказание. Сколько им приходило знамений». Аллах Субхану посылал им саранчу, посылал им разные знамения. Аддаму аятуль муфассала, то есть кровь там, знаете, по истории, когда текла. Посылал Субхану дафадиа, лягушек. То есть постоянно приходили к Мусе, алейхиссалям, просить помощи. Чтобы он просил Аллаха Субхану тааля. Какие только знамения не приходили. То есть Аллах, они не уверуют, пока не увидят наказание. Накажи их, забери у них, Аллах Субхану тааля, их богатство. Запечатай сердца, другого пути нету. Аллах Субхану в следующем аяте сказал... Когда он просил эту дуа, Харуна, алейхиссалям, три раза сказал: «Амин, амин, амин». На следующем аяте сказал: «Кала кад уджиба дда'ватукум». Я ответил на ваши дуа. Через 40 лет. Идите прямым путем и не идите путем незнающих, неверных. Через 40 лет, когда он сказал, фараон возгордился и сказал то, что я не знаю для вас иного Господа помимо себя, сказал следующие слова: «Ана раббукум аль-а'ля». «Я ваш великий Господь». И Всевышний Аллах Субхану тааля сказал: «Фаахадаху Аллаху накаля л-ахирати валь-уля». Аллах его наказал за последнее слово. Какое его последнее слово? «Я ваш великий Господь». И за первое слово. Первое слово 40 лет назад, до того, как он сказал: «Я не знаю для вас иного Господа помимо себя». И когда уже даже там, уже когда уже открылось вот это море на две части, он сделал сэжда, Аллах не принял его покаяние. Почему? Потому что в двух случаях Аллах не принимает покаяние. Когда человек видит ангела смерти, когда душа выходит, и когда солнце выйдет из запада. И он сказал, когда уже все, уже увидел ангела смерти, сделал саджда и сказал: «Аманту аннаху ла илаха илля лази аманат бихи бану Исраиль, ва ана миналь муслимин». Все, я уверовал в того Господа, в которого уверовали дети Якова, Муса, Харун, бану Исраиль, я из подчиненных тебе. Аллах отвечает: «Аль-ана, только сейчас». وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. То есть Аллах Субхану тааля говорит: только сейчас ты уверовал, о фараон, а тебе сколько я там проходил, сколько тебе время давал, сколько срочки, все, увидел ангел смерти, понимаешь, что покидаешь жизнь, сейчас только уверовал. وكنت من المفسدين. И ты был, вот смотрите, здесь Всевышний Аллах Субхану описал его: ты был из числа нефасид муфсидин. Муфсид — это кто не сам грех только делает, а распространяет грех. Поэтому мы все должны себя беречь, распространять грех. Один момент, когда, скажем, человек совершает грех, он за это ответит, Аллах может его простить. Пример возьмем, он курит. Один из примеров.
Он скрывается, там, стесняется Аллаха, стесняется людей и так далее. Он совершает грех. А другой, когда он раздает сигареты, продает, призывает к этому. Или он, например, там, другой грех совершает, другой, когда он хвастается, муджахир, то есть хвастается своим грехом, открыто делает и так далее. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Куллю умматин муафан илля аль-муджахирин». Ко всех Аллах простит, кроме тех, кто открыто делает свои грехи. Например, ночью совершил грех, наутро хвалится своим грехом. Например, там торгуют автомобилями и говорят, представляешь, это даже там не заметил, битая машина была, а я ему продал. О, какой я хороший, хвалится, что грех совершил. И этому Аллах не прощает. Поэтому он должен... Здесь Аллах Субхана ва Тааля сказал, фараон, ты был из числа не грешников, а распространителей греха. Распространитель невежества. Вот это нужно беречь себя от этого, чтобы мы не были из таких чисел. Я тебя только спасу твое тело, то есть дальше идет аяты. Суть в чем, уважаемые братья и сестры? Эту историю рассказал Джибраиль алейхиссалям пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Опять мы вернемся чуть в милость Аллаха. Джибраиль алейхиссалям, потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не видел эту историю, как это все происходило. Ему был вахий ташри'и от Аллаха, было ему вахий откровение. Джибраиль алейхиссалям сказал: «Инни карихту фирау ламма кал ана раббукум аля». Я возненавидел, Джибраиль алейхиссалям говорит, я возненавидел фирауна, когда он сказал: «Я ваш великий Господь». И когда пришел к нему Малик аль-Маут, когда пришел к нему ангел смерти, он начал повторять «Ла илляха илляллах», уверовал. «Факунту ахуд мин тыни л-бахра, фаадау фи фами фирауна хауфан мин ан ярхамаху Аллах». Он говорит, и я брал из глины море и затыкал этой глиной рот фараону, дабы, чтобы даже к нему Аллах не провел свою милость. То есть, посмотрите, даже он боялся, что какой знает, какую милость Аллаха. Ангелы лучше знают об Аллахе, субхану ва тааля, чем люди. Он говорит, я знаю, какой Аллах милостью, я напугался, я его возненавидел, когда он сказал, что я Господь. Но однако я напугался с другого, что его даже Аллах простит. Поэтому затыкал ему рот, сказал Джибраиль алейхиссалям. После этого, когда мы ознакомимся с милостью Аллаха, понимаем то, что подобно Аллаху, субхану ва тааля, ничего нету. После этого мы должны понимать то, что Аллах, субхану ва тааля, любит, когда человек ломает свое сердце, проявляет свою нужду, факр, свою нужду Всевышнего по отношению к Аллаху, субхану ва тааля. По отношению к Аллаху, субхану ва тааля. Поэтому, если посмотреть, в общем, атрибуты, сифаты Аллаху, субхану ва тааля, филь-джулля, то есть, в общем, танкасиму ля кисмейн, на две части делятся. Одна часть атрибутов Аллаха, Аллах любит, когда человек тоже подражает этому, берет на себя такие сифаты. Например, рахма, милость. Аллах субхану ва тааля, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман ла йархам ла йурхам». Тот, кто не будет милостив, по отношению к нему не будет милости. «Ар-рахимун йархамухум ар-рахман». К милостивым будет милостивый Всевышний Аллах субхану ва тааля. Например, Аллах субхану ва тааля прощающий. Аллах также любит, когда человек прощает другого человека. Аллах в Коране говорит: «Фа'афу васфаху аля тухиббуна ан йагфира Аллаху лакум». Прощайте, миритесь. Неужто вы не любите, не хотите, чтобы Аллах вас простил? Но однако есть другая категория, другая часть сифатов Аллаха. «Ла юхиббу Аллах ан юназиу фиха ахад». Это та категория, где Всевышний Аллах не любит, чтобы кто-то на себя брал эти сифаты. Это «Аль-кибрия валь-аузама». Высокомерие, величие. «Фахия лилляхи вахда». Это только принадлежит Аллаху, субхану ва тааля. И тот, кто хочет взять эти на себя одежду, рубашку высокомерия, величие, Аллах его накажет. Как сказал Аллах субхану в хадисе «Кузи аль-Идзу изари валь-кибрия ридаи, фаман назаани фихи аддабту». Почет, высокомерие, величие — это моя одежда, одеяние. Тот, кто захочет снять, я его накажу, говорит Всевышний Аллах, субхану ва тааля. Теперь задается вопрос, как же тогда приближаться к Аллаху через эти сифаты? «Мин ан ябта'ида анха». Отдаляться от них. Аллах в Коране говорит: «Калла ла тутиъ васджуд вактариб». Делай земные поклоны и приближайся к Аллаху. Земной поклон, если посмотреть внешне, «мазалля». То есть это унижение. «Акль», у кого есть разум, он никому не будет делать земной поклон помимо Аллаха, субхану ва тааля. Это свое, как бы, собственно, это унижение. Но однако, если ты этот земной поклон сделаешь только для Аллаха, то ты будешь в самом приближенном положении к Аллаху. «Ля тутиъ калла ля тутиъ фасджуд вактариб». Делай земной поклон и приближайся к Аллаху, субханаху ва тааля. Поэтому, если Аллах, субханаху ва тааля, дал нам возможность сделать земные поклоны, уважаемые братья и сестры,
то мы в самом лучшем приближенном моменте ситуации перед Аллахом Субхану. Бикарина, то есть что из этого сравнения, далил. عائشة أم المؤمنين فقدته فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة عائشة رضي الله عنه просыпается в одну ночь и потеряла посланника Аллаха, не застала вместе с собой. Помимо عائشة رضي الله عنها, в тот момент у него еще было 8 жен у посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم, и она приревновала его к другим женам. Это нормально, нормальное отношение: жена ревнует мужа, муж ревнует жену, только перебарщивать не надо. И тогда она, субханаллах, пошла искать его. فإذا هو في المسجد قد انتصب قدمه. И она, и он был где? Он был в мечети. Его пятки лопнули. في السجود, в земном поклоне. يقول في السجود, он говорил в своем земном поклоне: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Он сказал: «О Аллах Субхану Тааля, я прибегаю к твоему удовольствию, от твоего гнева, к твоему прощению, от твоего наказания, от тебя к тебе, и я не смогу полностью обхватить всю похвалу, которая присуща тебе. Ты таков, как сам о себе рассказал, как сам себя описал». Здесь в этих словах «ты таков», «анта камафнейта аля нафсик», «ты таков, как сам о себе рассказал», проявил, саллаллаху алейхи вассалям, адаб, гилк, ахлак, нравственность с Аллахом. Потому что никто не лучше не знает об Аллахе, чем он сам о себе. Сказали муфассируны, ученые, в аяте, где Всевышний сказал: «Валя юхитуна бихи ильма», и не сможет ни одно знание его охватить Всевышнего Аллаха. «Ката Аллаху л-амаль ан юхита л-инсан биллахи ильман куллиян бихадил ая». Аллах Субхану Тааля отрезал надежду, чтобы человек полностью изучил Всевышнего Аллаха Субхану Тааля через этот аят. «Валя юхитуна бихи ильма», знание, ни одно знание охватить полностью Аллаха Субхану Тааля не сможет. Поэтому, как мы теперь должны понять Всевышнего Аллаха, субхану тааля, чтобы побольше узнать о Всевышнем Аллахе? Сегодня мы на татарском говорили, повторим, альхамдулля, в повторении есть тоже, альхамдулля, баракат. Повторение помогает верующим. Любую вещь, чтобы познать, есть три пути. Антара, когда ты видишь, вот, например, я вижу это, мы видим. Второе. أن يراه غيرك ممن تثق فيه. Это когда эту вещь видит кто-то другой, кому ты доверяешь, потом он тебе описывает это. И третье, أن يكون له شبيه فتقيس عليه. Если есть что-то похожее на это, и ты делаешь на него кияс, сравнение. Однако мы Аллаха не видели. Никто не видел Всевышнего Аллаха, субхану тааля, чтобы рассказать нам о нем. И ничто не похоже на Всевышнего Аллаха. Ляйса камитсли шай ва хуа самиу аль-басир. Ничто с ним не сравнится, и он всеслышащий, всезнающий, субхана ва тааля. Однако, откуда мы понимаем Аллаха, как мы можем? Через аяты Кур'ана. Поэтому Кур'ан, аль-Кур'ан аль-дарбейн ва куллаху азим. Кур'ан делится на две части. И весь Кур'ан великий. Первая часть — это когда тахаддат Аллах фихи аль гайри, когда Аллах в Кур'ане говорит о ком-то помимо себя. О пророках, об ангелах, о судном дне, об аде, об рае. То есть о всем говорит Всевышний, но не о себе. А другая часть Кур'ана, и это еще более величие. Это еще более величие. Хадиту Аллах анилля. Это когда Аллах сам о себе говорит. Поэтому Аль-Изи ибн Абдус-Салям сказал: «Валлахи лан тасиля иля шейин бигайри илля, факейфа юсалю иля Аллахи бигайри илля». «Валлахи, ничего ты не сможешь достичь без Аллаха. А как ты хочешь достичь Аллаха без Аллаха?» Поэтому в Коране, кто может из нас спокойно прочитать аяты, и в этот момент его сердце не будет чувствовать трепет, где Всевышний Аллах в Коране сказал: «Лау арада Аллаху ай яттахида валада, ластафа мимма яхлюку ма яша, субхана, хуа Аллаху л-вахиду л-каххар». Если бы Аллах захотел бы для себя взять сына, он бы из всего творения все, что захотел бы, сам себе выбрал бы, кого захотел. Субхана, он далек от этого, Всевышний Аллах, он единственный победитель. Кто из нас может спокойно прочитать аяты Кур'ана и при этом его трепет, не почувствовать трепет в сердце своем, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Алам тара иля раббика кайфа мадда дзилля ва лау ша ла джа'ляху сакина сумма джа'ляна шамса алейхи далила сумма кабадзанаху илейна кабда ясира ва хуа ллази джа'ля лакуму лейла либаса ва наума субата ва джа'ля нахара нушура ва хуа ллази анзаля мина сама имаа فَأَسْقَيْنَاهُ مِمَّا خَلَقْنَا فَأَسْقَيْنَا بِهِ مِمَّنْ خَلَقْنَا أَنْعَامَ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Где Всевышний Аллах Субхана ва Тааля описывает, например, свое творение тень. Не видишь ли ты, как Аллах Субхана ва Тааля продлевает тебе тень, дает тебе тень? Если бы Аллах Субхана ва Тааля захотел бы, эта тень бы не смогла бы длиться, не смогла бы на тебя распространяться, она была бы короткой. Потом Аллах Субхана ва Тааля дает солнце, как Всевышний Аллах Субхана ва Тааля Юрсилер Риях, как Аллах посылает ветры, как Аллах Субхана ва Тааля. То есть здесь получается, как Он великий, милостив Творец, Создатель. Аллах дает дожди, этой водой люди поют свой скот, сами напиваются, земли, как бы, альхамдуль, поливают этой водой. И потом Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал, и поистине я это распространил среди них, но однако многие люди ослушиваются во всем, кроме как в неверии. То есть отказываются от всего, кроме как от неверия. Большинство людей отказываются от всего, кроме как от неверия. Мы что хотим с вами, уважаемые братья и сестры? Мы хотим не быть из числа этих, о которых Всевышний Аллах сказал, большинство людей отказываются от всего, кроме как от неверия, от неблагодарности. Мы хотим с вами быть миналь акаллейн, из числа меньшинства. Из того меньшинства, где Всевышний Субхана ва Тааля сказал, «Вакалилу махум», мало их. Из того меньшинства, где Всевышний сказал, «Вама амана маху илля калил», с ним вместе уверовало кроме мало людей. Из того меньшинства, которое Всевышний сказал, Субхана ва Тааля, из того меньшинства, где Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал, «Вакалилу мин ибади шакур», мало из моих рабов благодарных мне. Быть из этого меньшинства. Вот этого мы хотим от Всевышнего Творца Субхана ва Тааля. Если человек поймет это, после этого это что? Он побуждается, хочет, скучает по Аллаху Субхана ва Тааля. Когда познакомится с Аллахом, как Он великий, какой Он милостивый, милосердный по отношению к всему своему творению, он захочет приблизиться к Аллаху Субхана ва Тааля через земной поклон. Поэтому, когда ночью просыпается, альхамдулилля, человек... Мы это постоянно повторяем и говорим, в первую очередь, самому себе. Когда человек просыпается, валлахи, только по милости Аллаха может к этому относиться. Кто-то просыпается, начинает свой телефон брать, кто-то телевизор смотрит, кто-то харамным занимается, кто-то кому-то звонит. Но есть категории людей, оставляют свою семью позади себя, за спиной, своих детей, свое имущество, свое богатство, ищет, где находится комната омовения, заходит в комнату омовения, берет водой, его грехи стираются, то, что он совершил из малых грехов. После этого он ищет намазлык, нашел намазлык, постелил его, ищет, где кыбля, направление. После этого говорит, Аллаху Акбар, в аятах читает, в Коране аяты, Субхана ва Тааля, тем самым он желает то, что Всевышний Аллаха, желает милость Аллаха, прощения Аллаха и боится наказания Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. В тот момент Аллах его видит, слышит, ближе к нему, чем сонная артерия. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля Зумар сказал в сурате Зумар, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ Все Вышний Аллах говорит, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ Тот, кто искренне себя ведет в глубине ночи, просыпается, встает перед Аллахом, Субхану ва Тааля, он убежденный, то есть его ничто не отвлекает, он хочет к Аллаху, скучает по Всевышнему Аллаху, Субхану ва Тааля. Канит ана аллай, каима, ва саджида, стоит, выстаивает намаз, читает Коран, сажда, делает земные поклоны, яхдару л-ахира, при этом он боится наказания судного дня, ва ярджу рахмата рабби, и он надеется на милость Аллаха, Субхану ва Тааля. После этого Аллах говорит, Субхану ва Тааля, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون могут ли быть одинаковые знающие и не знающие. Знающие, которые Аллах сказал в Коране в этом аяте, это не те люди, которые могут читать и писать. Не знающие, это не те люди, у которых нет образования, диплома о высшем образовании. Это все тараик лиль хусули аля дунья. Это все, так скажем, пути, чтобы что-то из этой жизни заработать, дунья. Однако те, кто يعلمون, знают, من عرف الله وجلاله, это те, кто познали Аллаха, Его величие. Вот эти знающие люди.
Знание это не через много изучения, уважаемые братья. Лейса бикатрат аль-кыраа валь-китаб валь-хикм. Это не через много чтения, писания и так далее. Знание это нур-Аллах. Якзифу фи кальби ман яша. Это свет Аллаха вселяет в сердце, кого пожелаю, субхана ва тааля. Когда человек сможет это понять, прочувствовать, тем самым он перед сном читает тафсир Кур'ана, аяты. Его сердце заполняется этим богатством Кур'ана и этим аятами. Он поднимает, ложится спать и ночью эти аяты читает спокойно. Тем самым, альхамдулиллах, вспоминая Всевышнего Аллаха. Он становится благодатным. Когда он таким становится, он желает там, стремиться к тому, что уготовили для него у Всевышнего Аллаха. Ярджу рахмата ва яхша азаба. Надеется на милость Аллаха и боится его наказания. И это его побуждает к тому, чтобы он становился баракатным, и это побуждает к тому, чтобы из него исходила благодать по отношению к другим. Потому что он желает Аллаха, желает то, что уготовлено для него Всевышнего Аллаха. Также человек, он должен знать еще, что одна из тариха, один из путей, который помогает человеку быть благодатным в этой жизни по отношению к другим, самому становиться благодатным и по отношению к другим. Бывает такое, то, что человек, когда что-то хочет, и это не случается. То есть он просит, он старается, но не получается по-другому. И человек думает, что в этот момент он не получил того, что хотел, и потерял что-то. Но однако, если он все правильно выстроил в этой жизни, он должен понимать, «Каддар Аллаху маша фааль». Если «Ахатту биль азбаб», мы взяли причины, от нас все зависит, сделали, но Аллах решил, так захотел, мы должны подчиняться и говорить, «Аллах предопределил так». И он выбрал то, что захотел. Субхана ва тааля. Хотелось бы несколько историй из жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, привести по отношению к этому. Первая история, это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Сайюта гадан рая аля ядин юхиббу Аллаху ва расуля». Завтра Аллах, субхана ва тааля, даст знамя верующим через того человека, который любит Аллаха и его посланника. В день перед Хайбаром, перед битвой перед Хайбаром, это был Али ибн Аби Талиб. Он, кто открыл Хайбар. И в этот день пришел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, также Джаафар бин Аби Талиб. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не знаю, чему мне больше радоваться, би фатхи Хайбар ау би кудуми Джаафар. Я не знаю, чему мне больше радоваться, или Хайбар, то, что открылось, или то, что Джаафар поступил в наши ряды. На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ему говорил, это сын его дяди, двоюродный брат, он ему говорил, «Тушбихуни, ты на меня похож, халкан ва хулукан». Похож на меня внешне, он был похож на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и также по нравственности ты на меня похож. Поэтому Абу Хурейра, радаллаху анху, его ичтихад, то, что он сказал, «Хайру сахаба Джаафар», самый лучший из сахабов это Джаафар. И во время Хайбара, «Утия биссаби», то есть принесли наложниц посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Пришел Дихиду Кальби, один из подвижников посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и попросил себе наложницу, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему. Подошел другой сподвижник и сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, «Я Расулуллах, инна Дихия ахаза Сафия, ва хия бинту сайидихим». فلا تليق الا بك يا رسول الله. О посланник Аллаха, поистине Дихия взял для себя Софию. А София это дочь их господина иудеев, с которым воевали на Хайбаре. Поистине она только присуща тебе, о посланник Аллаха. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям позвал его и сказал: "Худ гайраха", возьми другую. Он взял другую, пророк саллаллаху алейхи ва саллям взял себе Софию. أعرض عليه الإسلام, рассказал ей про ислам, فقبلت فأسلمت, она приняла это и приняла ислам. По возвращению, когда они шли вместе, саллаллаху алейхи ва саллям, она сказала: "Я Расулуллах, инни ла а'ламу анка шайа". О посланник Аллаха, я тебе ничего не знаю. А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал ей дауат, она приняла ислам, почитал с ней никах, и махр был итквуха, то есть освобождение ее от рабства. Построил ей комнату в Медине, и стала она из уммахат аль-муминин, из мам правоведных. То есть смотрите, как бы, какая она была, то есть раньше с ней никто не считался, ее, и вообще ее как бы, мнение никто не слушал, а сейчас она стала мама правоведных. Я ничего о тебе не знаю, кроме как я видела сон и рассказала его своему мужу. А ее мужа убили на битве при Хайбар. Рассказала своему мужу, как будто «Анналь-камар
Янзилю мина сама фи хиджри, то, что как будто луна падает с небес и в мою комнату. Рассказала этот сон своему мужу, на что мне сказал: «Инна залик аль-малик, аль-лази фи аль-мадина татаманни». Это тот царь, правитель, который в Медине ты его желаешь, и ударил меня. Это ройя хуккакат, то есть стало, так скажем, оживилось в этой жизни, то есть стало истиной. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, тот правитель, который Медине, пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям. Один раз эта София приходит к пророку Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям, и плачет. И сказал: «Я Расул Аллах, о посланник Аллаха, инна ихда уммахат аль-муминин айяратни анни яхудия». Одна из мам правоведных, то есть других твоих жен, мне высказала то, что я иудейка. То есть там были арабы, были это, а она, то, что я иудейка, то есть и заплакала. Смотрите, как саллаллаху алейхи ва саллям её поддержал и сказал: «Кули лаха», скажи ей: «Аби, ана бинту ан-наби, ва амми ан-наби, ва ана тахта ан-наби». Ответь ей следующее: «Я дочь пророка», то есть она мин сулят Харуна алейхиссалям, из его потомства, «амми ан-наби», мой дядя пророк Муса алейхиссалям, «ва ана тахта ан-наби», и я под пророком, то есть супруга пророка Мухаммада саллаллаху алейхиссалям. Когда пророк саллаллаху алейхиссалям делал и'тикаф в мечети, приходили его навещать его жены. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отправлял их с их близкими. То есть каждый, у каждого была там семья, близкие, родственники. Например, Аиша радиаллаху анха, бинту Сидик, Аиша, дочь Абу Бакра, Хафса, дочь Умара. И другие также, другие жены были у них, те, кто мог бы их проводить. Однако София, у нее никого не было, помимо пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Факан ятакаллабу биха иля аль-хиджр. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сам ее провожал. По пути увидел, увидели его сахабы. И он сказал: «Хади София зауджати», сказал сподвижникам: «Это моя София, моя супруга». На что сахабы сказали: «Вафика я Расулаллах, неужто в тебе мы будем сомневаться, у посланника Аллаха, то, что ты не идешь не с женой, то есть это не твоя жена?» На что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна шайтан яджри бимаджрай дам». Поистине шайтан, он движется, передвигается по крови человека. Поэтому, уважаемые братья и сестры, сколько людей, сколько мы погубили себя, когда мы постигли на честь другого. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть сказал, поистине шайтан бегает по крови человека и нашептывает ему то, что человек, то есть вообще как бы какие-то мысли, то, что не является хак. Поэтому запрещено посягать на честь другого мусульманина, запрещено на его кровь, на его имущество. Что касательно чести, посмотрите, Мухаммад бин Сирин, знаете, Мухаммад бин Сирин, пришел к нему, он делал тауиль руя, то есть толковал сны. Пришел к нему один из людей и сказал: «Я увидел человека во сне, то, что его волосы, его волосы достигли до щиколоток, то есть столько выросли у него волосы». На что ответил Мухаммад бин Сирин: «Иза хаккакат ар-руя», если будет достоверно это толкование сна, то этот человек будет в долгах и его посадят в тюрьму. На что он ответил: «Говорит, я видел тебя, Мухаммад бин Сирин». Мухаммад бин Сирина посадили в тюрьму за долги. Не выходил он из тюрьмы, один раз только вышел, когда Анас бин Малик, он попросил васия, у него было то, что, чтобы Мухаммад бин Сирин, чтобы он прочитал за него джаназа намаз. Когда умер Анас бин Малик, он вышел, прочитал джаназа намаз и вышел, зашел обратно в тюрьму и умер в тюрьме. И когда он сидел перед смертью, перед теми, кто, с теми, кто сидел, сказал: «То, что, говорит, это должно было случиться, это сбылось, потому что 40 лет назад, я знаю, почему это. Говорит, то, что я видел сон, я сделал тафсир, то, что, ну, знаю, почему я здесь сижу. 40 лет назад я сказал одному человеку: я муфлис, о банкрот». Так его назвал. О тот, который должник, банкрот. «Валяна ана муфлис, вана фисиджн, васамута фисиджн». Сейчас я банкрот, сижу в тюрьме и умру в тюрьме. Альхамду лилля, то, что Аллах субхана искупил его грех, когда он еще при жизни. Второе, что касательно крови человека. Верующий нельзя постигать на его кровь. То есть, к чему это приводим? В этой жизни уже человек видит, как за это Аллах субхана ва тааля дает урок человеку. Второе, это когда касательно жизни другого человека, крови другого человека. Каталяту Усмана, когда убили Усмана, радиаллаху анху.
те люди, которые убили, после того, как убили, зашли в дом Усмана и избили его супругу. Его супруга сказала: «Набик, что с тобой? Ката Аллаху риджлейк, ва ядейк, ва адхалака ан-нар». Пусть Аллах отрубит тебе руки, отрубит тебе ноги и ведет тебя в ад. Через другое какое-то время этого человека нашли уже в Куфе, город Куфа, без ног, без рук. И он что сказал? «Я вайляти мина ан-нар, я вайляти мина ан-нар, о Аллах, спаси меня от ада, спаси меня от ада». И потом, когда спросили, что с тобой, он сказал: «Когда я убил Усмана, я его ударил жену, она сказала мне: да отрубит тебе Аллах руки и ноги и ведет тебя в ад. Сейчас я без рук, без ног, и я боюсь, что я попаду в ад». Что касательно богатства, имущества другого человека, один из подвижников подошел к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и сказал: «Я Расул Аллах, у меня есть рабочие. Йаум аглибухум ва йаум яглибунани». Говорит: «У меня есть рабочие, которые работают на меня. Один день я им не додаю, один день они мне не додают. То есть я их обманываю, они меня обманывают». На что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «То, что они должны тебе, они тебе вернут в судный день. То, что ты им должен, ты им в судный день вернешь». И он заплакал. И тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям удивился: «Алям якра каули Аллах, ва надаъу аль-мавазина аль-кышт ли йаум аль-кияма, фаля тадриму нафсан шайа, фаля ва ин кана мисқала хаббати мин хардалин атайна биха ва кафабина хасибин». А что он плачет, говорит? Неужто он не читал, где Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «В судный день мы установим весы справедливости. Даже если человек с пылинку, с горошинка должен был другому, он вернет это. И мы будем рассчитывать», говорит Всевышний Аллах субхана ва тааля. То есть это три вещи, что мы должны быть бдительными, чтобы не поддаться этому козни шайтана. И также из тех историй, которые человек бывает думает, что что-то для него лучше в этой. Кстати, Джафар ибн Аби Талиб, то есть как Аллах обрадовал его. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям при следующей битве Му'та его убили. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям встал на мимбар, плакал, начал вспоминать Зайд ибн Хариса, Джафар ибн Аби Талиб, те, которые несли знамя, Абдулла ибн Раваха, их вспомнил и плакал. То есть, когда Аллах что-то дает, также Аллах что-то забирает по своей милости. И здесь далиль, то, что плакать человек может, но однако должен соглашаться с сердцем, с решением Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, ни в коем случае не противоречить своей душой. Аллах, ты заходил, но однако слезы сами по себе текут, когда ты видишь, когда близкий уходит, которого ты любил, с которым провел жизнь. Следующая история. Зайд ибн Хариса. Отсюда мы поймем то, что Аллах субхана ва тааля то, что уготовил. Когда человек думает, что-то он теряет, и думает, что ему не вернется с чем-то лучшим, или он потерял все, вот это нас учит, эти истории учат нас благодарить Аллаха за все, что случается. Зайд ибн Хариса, субия ва фисамина. То есть его взяли в плен, когда ему было 8 лет. Потом Хаким бин Хизам бин Хуэйлит, это племянник Хадиджи, радаллаху анха, Хадиджи бин Хуэйлит, она его попросила, чтобы он ей купил гулям, чтобы он для нее купил мальчика, который бы работал у них, и купил он на рынке Указ, и привел его, дал Хадиджи. Хадиджа, радаллаху анха, подарила его пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, до того, как пришло пророчество пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Потом пришел его отец, его дядя, Фахуйр, и дали ему выбор: или остаться с Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, или вернуться к отцу и к своему дяде. Он выбрал Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И все начали, тогда потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял его, вышел к народу, курайшитам сказал: «Я маашар курайш, ушхидукум анна Зайд ибни». Говорит: «О, это до пророчества, о курайшиты, о люди, я беру вас свидетели, то, что вот этот Зайд, это мой сын, это приемный сын пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, мой сын». И все его начали звать Зайд ибн Мухаммад. Зайд сын Мухаммада. И это тадж, он фаайю тадж. Это корона, еще какая великая корона. Зайд ибн Мухаммадом называться. Потом пришло пророчество пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Все его так и звали Зайд ибн Мухаммад. Зайд сын Мухаммада. Потом была хиджра. И все его начали звать Зайд ибн Мухаммад, и Аллах не спасал аят: «Удъухум ли абаихим хуа ахсату инда Аллах». Зовите их по их отцам, это более справедливый перед Аллахом. И начали его все называть Зайд ибн Хариса. Одна корона упала. Второе. Зайд ибн Хариса женился на Зейнаб бинту Джахш.
На ней женился, она была курайшиткой, курайшия. И в одно время она высокомерилась над ним и сказала: «Ана курайшия, ва анта ибну мауля». Я, говорит, курайшитка, ты кто? Ты сын раба, ты раб. И это не понравилось ему, пошел, ештаки иля наби, саллаллаху алейхи вассалям, пошел пожаловаться пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, на что посланник Аллаха сказал: «Амсик алейка заужек», береги свою семью, береги свою жену, то есть не разводись. И потом он ушел. Пришел Джибраиль, алейхиссалям, пророку Мухаммаду и сказал то, что откровение от Аллаха пришло, то, что «Зейд саю танликуга, ва анта сататазаваджаха, я Мухаммад». То, что придет время, что Зейд с ней разведется, и ты на ней женишься, у Мухаммад. Это было тяжко на сердце посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Айша, радаллаху анха, сказала, «Лаукана наби саллаху алейхи вассалям юхфи шей мин аль-Куран, ла ахфа хадхи аля». Если бы пророк, саллаху алейхи вассалям, захотел что-то скрыть бы из Курана, он бы скрыл бы этот аят, утаил бы этот, именно этот аят. Проходит время, якау амруллах, проходит время, сбывается то, что Аллах предопределил. Зейд разводится со своей супругой Зейнаб. Аллах приказывает пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, жениться на Зейнаб. Для чего это приказал? Чтобы на деле показать на действии то, что можно жениться на тех женщин, которые были раньше замужем за приемными детьми, за приемными сыновьями. И проходит Аллах приказывает пророку Мухаммаду. Пророк, саллаху алейхи вассалям, посылает ее сватать кого? Зейда. Говорит: «Иди, я тебя посылаю, просвать ее за меня». Это чашка посланнику. Вторая корона. Это первая, вторая упала. Пошел он, просватал, она согласилась, и она вышла замуж за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Однако, ему было тяжело, да, ему было тяжело как человеку, но однако он подчинился Аллаху. «Хада амруллах» — это повеление Аллаха. Такое решение Аллаха, он полностью смирился. И смотрите, какая награда. Более 100 000 сахабов делали хадж аль-вадаа, прощальный хадж с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ни одного из них не упомянуто имя в Коране, кроме Зейда. В сурат аль-Ахзаб: «Фалямма кода Зейдун минха ватаран заважнакаха». То есть, «Ликай ла якуна аля муминин хараджун фи азваджи адиаяйхим иза кадау минхунна ватара». То есть, Аллах субхана ва тааля говорит в этом аяте, когда после разводный процесс прошел у Зейда, Зейнаб, мы женили тебя на ней. Чтобы не было у верующих непонимания, можно ли жениться на женах, бывших женах своих приемных сыновей или нет. Представляете, он заходит в мечеть, читает намаз за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, может быть, магриб, айша или фаджр, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читает: «Фалямма када зайду минха ватаран заважнакаха». Приходит в другие мечети, где читают мусульмане, он слышит, как его имя в Коране упомянут: «Фалямма када зайду минха ватаран заважнакаха». Он приходит домой, дети его читают хатм Коран, его семья, и все читают: «Фалямма када зайду минха ватаран заважнакаха». Сейчас он в кабре, в могиле, и мы читаем: «Фалямма када зайду минха ватаран заважнакаха». Это в этой дунья. А что касательно вечной в ахирате, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я видел в раю, раэйту фил джанна джария», и увидел красивую девушку в раю, «ламса шафатейн», ай шафатейн тамилу иляль сават, то есть у нее были прекрасные такие темные губы. Я спросил: «Лиман хадихи», чья она, для кого? «Кил ли Зейд ибн Харис», это ждет Зейда ибн Харис. والأجر الله ولا الدار الآخرة خير وأبقى как Аллах говорит в Коране, вечная жизнь это лучше и вечная, ولا نعمة دار المتقين, и как прекрасно обитатель, то есть вот это вот место пребывания для богобоязных людей. Уважаемые братья, сейчас мы уже заканчиваем. Мы когда это все поймем, сможем быть таковыми с вами, понимаем, что это мы все это пропитаем, после этого рождаются дела. И вот эти дела, это как раз приносит благодать. И мы должны отдавать баракат, должны отдавать благодать другим. Начиная с близкого, в первую очередь с родителя, с мамы, с папы. То есть мухаль, то есть невозможно с точки зрения разума и шариата, что ты делаешь хорошее что-то чужому, а близкому этого ты не делаешь. Если ты, например, скажем, родственника забываешь, а не забываешь там другого человека. Или, например, соседа забываешь, а далекого человека, который дальше тебя живет, ты его забываешь. Это несправедливо, начиная с мамы и с папы. Поэтому много аятов в Коране по отношению мамы. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Хамалату умму, хамалату вахнан аля вахн». То есть мама носила в утробе своего ребенка с тяжестью. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросили: «Кому мне лучше всех относиться? Уммак тумма абук». Своей маме, своей маме, своей маме, потом по отношению к своему папе.
Поэтому рай находится под ногами матерей. По отношению к ним начинать делать добро, баракат, вот это, благодать отдавать. И акраб фаль акраб, ближнему и ближнему. И дальше всем верующим. Хайванам, растениям. То есть все мы должны давать, иншаллах, благодать должно быть, исходить от нас. И также с точки, человек должен посмотреть свое посещение в мечети, альхамдулля, то есть выбираться, находить время, посещать дома Всевышнего Аллаха, субхану тааля. Аллах субхану тааля, сурата Нур сказал, «Фи буютин азин Аллаху антурфа'а ва юзкара фиха исму». В домах Всевышнего Аллаха, субхану тааля. То есть до этого Всевышний Аллах сказал, «Аллаху нуру самавати валь ард». Аллах субхану тааля, свет небес и земли. И продолжаются аяты про свет. А где этот свет? Айна нуру, айна макна, айна макану. Где этот нур находится? Аллах следующий аят говорит, фи буютин. В домах, в мечетях нур Аллаха субхану тааля находится. После этого он должен посмотреть свое отношение. Каково мое отношение с домами Аллаха субхану тааля. Как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, этот дом принадлежит мечети, это буют Аллах, дома Всевышнего Аллаха субхану тааля. И Аллах субхану тааля фахакку лизайр, фахакку аляль мазур ан юкри мазаира. И Аллах субхану тааля обязательно наградит того, кто его здесь посещает. Здесь нур Аллаха субхану ва тааля находится, в домах Всевышнего Аллаха. Также с точки зрения садака, Аллах субхану ва тааля приказывает нам давать, помогать, если у нас есть возможность, нуждающимся людям. Поэтому вафи амвалихим лисаили валь махрум, то есть касательно своих имуществ, давать тому, кто просит, и тому махрум, кому Аллах субхану ва тааля не дал. Адам, алейхиссалям, когда увидел то, что в умме вообще в человечестве есть аль-муафа, валь-мубтала, есть те люди, которые будут испытаны, то есть тяжкая, тяжелая жизнь, а будут тем, которые будут хорошо жить, на что Адам, алейхиссалям, сказал, «Я Рабби, лау саввайта бейн аль-ибад». «О, мой Господь, почему ты всех не сделал одинаково?» На что Всевышний сказал, «Я Адам, инни ухиббу ан ушкар». «О, Адам, я люблю, когда меня благодарят». Так Аллах, субхану тааля, любит, когда его благодарит. Тот, у кого есть, что даст, благодарит его за эту милость. Также Всевышний Аллах субхану ва тааля любит, когда другой проявляет терпение, когда у него что-то нет. Поэтому ты видишь какого-то ятима, мискина, в этот момент вложишь ему в руку сколько сможешь. В этот момент ты понимаешь, подсознательном уровне понимаешь, то, что он, может быть, тебя, твое лицо он не вспомнит больше, забудет тебя. И ты понимаешь, то, что он тебя вернуть никогда не сможет. Но однако ты делаешь это ради довольствия Аллаха, желая то, что у Аллаха в судный день, когда ты такун ахвач, когда ты будешь более нуждаться в благих делах, в тот момент, когда нету ни дирхамов, ни динаров, а есть хасанат, васайят, есть благие дела и грехи. Вот эти действия, которые должны из нас исходить, самое великое, что, уважаемые братья, еще раз повторюсь, это в дауате. «Ма уфика линсан фи дауатин акрабу иля Аллах мин ан юаддам Аллах фи кальвил му'мин». Это то, с чего мы начинали. В дауате, в призыве, человек не обретет более успеха, кроме как если первый самый лучший успех в дауате, в призыве, если ты, мой брат, будешь причиной того, что твой друг, брат, сможет возвеличить Аллаха в своем сердце. Это макада фихи аль-амбия валь-мурсалун. Это тот путь, который отдавали жизнь, отдавали года пророки, посланники, возвеличивая Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Шуайб, ва хуа хадибу аль-амбия, он сказал, ва ма тауфики илля билля алейхи таваккальту ва илейхи униб. Мой успех только в руках Аллаха субхану ва тааля. На него я полагаюсь и к нему я возвращаюсь субхану ва тааля, и к нему каюсь. То есть это именно тот путь, путь посланников, путь пророков. Они были причинами, то что остальные возвеличили Всевышнего Аллаха субхану ва тааля в сердцах. Если ты сможешь этого достичь, если мы сможем, би тауфики илля, с милостью Всевышнего Аллаха, через поклонение к Нему, через дуа к Нему, то в самом лучшем положении. Ты будешь баракатным. Это тафсир аята. «Ваджа'аляни мубаракан айна ма кунт». Аллах меня сделал благодатным, где бы я ни был. Касательно Каабы, Аллах в Коране говорит, «Инна ауэля бейти вудаа линнас илля лази би бекката мубаракан ва худан лил аламин». Первый дом, когда строение Каабы было, первый дом, который был построен для верующих, «Лази би бекката мубарак», который в долине Бекка, то есть Мекка. Мубарак, Аллах сказал, он благодатный. Что имеется в виду благодатный? Когда человек приезжает в Мекку, делает таваф, смотрит на Каабу, просит дуа, он приближается к Аллаху субхану ва тааля. Его иман поднимается в этот момент. У любого спросить, когда смотрит на Каабу, иман поднимается его. И его грехи прощаются. Это благодать, которая от дома, от Каабы к
нему переходишь. Также человек должен быть сам благодатным по отношению к другим. Альхамдулиллях, еще раз повторимся, самый великий успех, когда ты способствуешь тому, чтобы твой брат возвеличил Творца. Если он сможет возвеличить Творца сердцем, тем самым это самое лучшее то, через что он оставит грехи, и через что он будет желать то, что у Аллаха, и приближаться ко Всевышнему Аллаху, субхану ва та'аля. Шайтан, у него, мы знаем то, что грехи, он всегда нашептывает, и восвисов и судори нас нашептывает сердца людей. Но однако, шайтан, когда Аллах субхану сотворил Адама, алейхиссалям, он рассказал нам суть всей жизни. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا потом сказал Всевышний, قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. Всевышний Аллах, субхану тааля, когда сотворил Иблиса, то есть историю сейчас пересказывать не будем, вы ее все знаете, когда он не захотел подчиниться, что попросил у Аллаха, субхану тааля, отсрочки, Аллах ему дал отсрочку, и он сказал, ты мне дал отсрочку, поистине я буду их всех заблуждать, и я буду присутствовать в их финансах, в их семьях, то есть я буду всех, как бы стараться, все свое войско, так скажем, заинтересую, чтобы они сбивали твоих рабов, пеших и всем я как бы и тем, кто то есть все свое войско я направлю против этого, чтобы вбить его. Конных, пеших, всех я направлю туда. Тогда Аллах что сказал, иди отсюда прочь. И там, иди. Тот, кто с того пойдет, вас всех ждет наказание ад. Джаханна. Шайтан обманывает, он. Шайтан обещает им, шайтан только обман. Но дальше Аллах сказал, «Инна айбади, поистине мои рабы, это те, которые познали Аллаха, это те, которые татаджафа джунубу ва'анил мададжа, которые ночью просыпаются, поднимают свои бока, восхваляют Аллаха, любят Аллаха, боятся Аллаха, субханаллах, стараются, стремятся к Аллаху. «Инна айбади, мои искренние рабы, лейса лака алейхим султан, у тебя нету над ними власти, вакафа би раббики вакили, достаточно для них покровителем твоего Господа». Достаточно за них покровителю своим Господом. Поэтому, когда шайтан бывает слабым, ин кана мукабиль валия мин аулия Аллах, если тот, кто, того, которого он хочет сбить, нашептать ему, это приближенный к Аллаху субханаху ва та'аля. Аллах в Коране, ва хуа валию аль-хамид, Аллах субханаху ва та'аля, приближенный друг к отношению к своим рабам, искренним рабам. Поэтому, когда мы поклоняемся Всевышнему Аллаху субханаху ва та'аля, мы должны понимать, что Аллах не нуждается в наших поклонениях. Должны понимать то, что Аллах Субхану ва Та'аля хуа лязи уваффакака литта'а, то, что Аллах Субхану ва Та'аля, Он тебе дал успех в поклонении. Если бы Он не дал бы тебе успех, ты бы не смог бы Ему поклониться. И также Аллах Субхану ва Та'аля отдалил тебя от запретного. Валлахи, братья, если человек уже, у него была возможность совершить тот или иной грех, и остается один шаг, и он что-то случается, пусть даже это будет смерть, он не совершает его, это успех от Аллаха по отношению к нему. Значит, Аллах Субхану Тааля его любит. Значит, Всевышний Аллах Субхану Тааля его любит. Поэтому мы должны благодарить здесь Всевышнего Аллаха. Первое, за это, за милости все, которые Он нам дал. Аллах все вам дал, что вы его просили. Если вы начнете все милости, которые Аллах Субхану Тааля вам дал, перечислять, считать самой великой милость Ислама, это и милость Ислам. Вы не сможете все обхватить, поистине человек неблагодарный, притеснитель. Второе, благодарить должны Аллаху Субхану ва Та'аля, то, что мы сейчас с вами здесь сидим, в поклонении Аллаху Субхану ва Та'аля, то, что мы поклоняемся Аллаху, то, что мы, когда открываем глаза, в первую очередь, что мы благодарим Аллаха, то, что мы проснулись, можем говорить, ля иляха илляллах, то, что мы верующие, за то, что Аллах дает нам возможность поклоняться должным образом. И третье, это еще а'вам, более величие, то, что если вдруг какой-то тот или иной грех тебе приукрашен, и ты вот-вот его хотел сделать, и ты его не сделал. Это только по милости из-за любви по отношению к тебе, из-за любви Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля. Да, Аллах Субхану ва Та'аля, уважаемые мубаракин, благодатные братья. Да, Аллах Субхану ва Та'аля, то, чтобы это была некая польза. Да, Аллах Субхану ва Та'аля, чтобы мы были благодатными, чтобы наша благодать переходила другим. Ин атальту. فاعفوا عني وإن قصرت فسمحوني если فسمحوني ولكن ما أردت إلا رضا الله если я долго говорил извините если коротко сказал
поймите, простите, поистине я ничего не хотел из этого, кроме как довольствия Аллаха. Уссаллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.